Глава государства направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди. Касым Жомарт Токаев подчеркнул, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Моди. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между народами двух стран.